Товарищ полицейский, примите от нас заявление. На того гражданина, который давил? Да, и на того, на гражданина, на Артема этого. Он, короче, ну... Обещал 2000 за лайк, а сам свалил. Хорошо, если его увидим, обязательно отдержу. Вы примите меры, да? Да, да. Артем, я что повторяю, его зовут Артем Восточный. Павел, можешь лайк поставить, пожалуйста? Павел, можешь лайк поставить? Нет, пожалуйста. Ну сейчас, Николай, можешь поставить лайк? Ау. Артем, ты кому говоришь? Ну вам можете мне лайк поставить? Вам говорю. Тебе лайк поставить? Да. А ты нам поставишь лайк? У меня нету. У тебя нету лайков? У тебя лайков нету, да, Артем? Да нет. Молодые люди, можете отойти вот туда на группу и там побесед? Ладно, сейчас отойдем. Спасибо. Пошли. Лайк можно поставить? Да. А ты меня поставишь? Ну, мне нету. Так, а как ставить? Надо написать Артем Восточный и там поставить, да? Ну, в статистике там будет найти, потом напишу, что... Синий, внизу лайк, такой синий. Там на синий кнопка. В статистике. Мое имя только напишу. А так, тебя зовут Артем, а фамилия? Восточный. Все, Артем, я тебе поставил лайк. Давай деньги. Ну, сейчас мне этот Николай тоже. Это я скину вам. А как ты скидывать будешь? На землю кидать, типа, да? Нет, через телефон переведут, они не перевод денег. А, ну давайте через телефон. Слушай, а чем тут заниматься можно? Работать, да? Ты кем работаешь вообще? На F2 нажми, там будет главный, там будет сюжетное задание, проходи. Слушай, я это не могу ставить, но знаю. Сейчас. Ну, что, он закинет нам или нет? Он уехал. А у тебя сколько денег? Ну, у меня 4000, но он мне ничего не закидывал. 15. У тебя 19 тысяч? А? У тебя 19 тысяч? Да. Здравствуйте. Я это... Так, что у тебя написано? А? Можно писать? Артём, ну ты не перевёл деньги. Да подожди, пусть лайк поставит, я приду. А у него закончились лайки, он же говорит. У него закончились? Да, он говорил, закончились у него. Так у него же есть. А откуда ты видишь? Я знаю, потому что я это вижу, потому что на нем написано. Ты не видишь это? А когда они закончатся, когда они снова будут? А, ну будут через день уже. Понятно. Вон на эвакуаторе чей-то мопед увезли. А? Чей-то мопед на эвакуаторе только что увезли. А где он? А где твой мопед? Или ты, у тебя машина есть? Нет, я... Пошли за мной. А у меня... У меня есть мопед. Твой мопед увезли? Кидайте мне, я еще лайк поставил. Марча. Артём, а чё ты деньги не перевёл ещё? Да. Переводи деньги тогда. Я тебе поставил лайк. Я тоже. Коля тоже лайк поставил. Гриша, ты чё так ездишь, а? Ты чё чуть не задавил? Ты Колю чуть не задавил, а? Напиши мне просто лайк, просто бага на это. Сорян. Ты не должен лайк, и ему тоже. Чего я тебе должен? Лайк!
за что? Ты меня сбил, так что... Долги. Ну, своим телефоном отвечаю я, когда оттуда и мышь отвечаю я. Давай передам тебе. Так, не знаю, а где этот Артём? Он шлотался. Короче, он нас обманул. Кто? Коля. Коля, пошли в полицию обратимся. Давай я вас догоняю, я могу. Ладно, не надо. Коля, пошли в полицию обратимся, скажем, он нам обещал деньги за лайк, а деньги не отдал. Да, давай. Пошли, пошли за мной. В полицию пойдем. Товарищ полицейский, примите от нас заявление. На того гражданина, который дарил. Да, и то, на того на Артёма этого. Он короче, мы... обещал 2000 за лайк, а сам свалил. Хорошо, если его увидим, обязательно отдержим. Вы примите меры, да? Да. Артём повторяю, его зовут Артём Восточник. Ну, я запомню, хорошо. Все, спасибо. Спасибо, товарищ. Че, Коля, пошли куда-нибудь, сходим. Да. Че, это твой мопед? Да, мой мопед, садимся. Давай. Надеюсь, что не падаем. Че, куда поедем? Не знаю, давай, это работа, мы будем начинать. Я знаю, отличную работу для тебя. Короче, нет. Хочешь подзаработать? Конечно, хочу. Вот на трассу. Назад едем. Да. А теперь куда? Направо. Коля. Да. Лайки, брат. Так, а что там у меня статистика посмотреть? Статистику посмотреть, да, НП? Ну, у меня пока 5. Макро. Чё, ребята? Катаетесь? Лайки, брат. Так, подожди, я это Колю потерял. У меня канал на Ютубе есть, да. Так, а у тебя микрофона нету, да, Мадар? Мадяр, да? Мадяр же, да? Чё, я не вижу, что написано. Чё будем делать, кататься? Давай. У тебя канал есть? Да, есть канал на Ютубе. А как Дуда дома открывается? Я подпишу. Дуда Плей. Как? А, канал называется Дуда Плей. Да, Duda Play. А ты сейчас снимаешь? Да, я сейчас снимаю. Так, давай я тебя отвезу, куда тебе надо. Смотри, а что здесь творится? Смотри, сколько людей стоит. Они что, все задержаны? А вы видели, где моя тачка? Ребята, а что это за митинг? А что за митинг здесь? Чего вы здесь стоите все? А, тут набор. Смотрите в телефон-то. Что здесь? Какой набор идет? В ДПС. А, прикольно. А у вас какой уровень? У меня 15. Гопники, посмотрите на гопники. Так, ладно, едем. Выполнять задание, у меня тут заданий еще куча. Так, вон у меня заданий. Привет, Артём. Как дела у тебя? Хорошо. Чем занимаешься? Работаю. Ты работаешь? Да. А кем? На курьером поди? Нет. А кем? Грузчик. А, ты грузчик? Да.
А я курьер, развожу всякую почту. Ну понял, я тоже там работаю. А где больше платят, грузчиками или курьеру? Грузчику. Грузчику больше платят? Да, там 1500 дают. Блин, надо устраиваться мне грузчиком, а то уже устал. А там с четвертого упало. А, с четвертого, а у меня только второй. Понятно. А как? Зайди в статистику и поставь мне лайк. Я тебе 3000 дам. Это кто говорит? Это я. Артём. Артём, а ты говоришь? Да. А у нас тут был такой случай, тоже подъехал один и говорит, лайк поставьте, я вам 2000 дам. Так он что-то денег не дал. Не, я дам. Ты точно дашь? Да. А ты лайк мне не можешь поставить? Что? А ты мне можешь поставить лайк? У меня лайки закончились. А когда они будут, лайки новые? Я не знаю. Я только сегодня зашел. А ты что, уже всем пораздавал лайки? Да. За это 10 тысяч дали. Тебе за это 10 тысяч дали? Да. Нифига себе. Ладно, сейчас я тебе поставлю лайк, подожди. Ну все, я тебе поставил лайк, давай 2000. А? Я просто забыл, как деньги покупать. Ну ё-моё, обманываешь. Нет, по правду тебе дам. Давай. Говорит, я не знаю, как деньги передавать. Слушай, я тоже не знаю, как передавать деньги. Я только в первый день играю сегодня. Ну все, наверное, ребятушки, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Вот. А, ну давай рассказывай, что ты хотел рассказать. Здорово, пацаны, подписывайтесь на Play Куда. Да, ставьте лайки. Что хочу. Подписывайтесь, пишите хороший комментарий. Что хочу. Да, Мадяра, ты заходи на канал и смотри этот ролик. Он, наверное, выйдет завтра. Куда? Завтра выйдет. Вот такие мы пацаны. F4. Пацаны на районе, сейчас. Четкие. Так, погоди. Слушай, мне, я этому чуваку, которому лайк поставил, я ему поставлю все 3 дизлайка, он мне денег. А, слушай, знаешь, что сделаем? Я вот этому чуваку, который нам деньги не дал за лайк, да? Я его, короче, в ник выпишу, я сейчас его не помню, как там его фамилия. И ему поставлю 3 дизлайка. Артём? Я не помню. Да, какой-то Артём. Ну, у меня записано все. Я его найду и ему поставлю 3 дизлайка, потому что он денег не дал. Хотя обещал. Все, так мы его и накажем. Все, пока, давай, до завтра. Стой. Ты еще записываешь? А? Ты еще записываешь? Да, записываю еще, да. Короче, обещаем, если будет 250 тысяч лайков, то выпустишь новое видео. Да, ребята, если будет 250 тысяч лайков, я выпускаю новое видео. Всем пока. Всем пока-пока.